На вот этом канале вышла такая статья 25 февраля. Стыдно, товарищи, Садальский раскритиковал Первый канал за концерты к 23 февраля. Режиссер потребовал убрать руководство с телеканала. Скандально известный актер Стас Садальский разразился критикой в адрес телевизионщиков, которые формировали программу на 23 февраля. Под гнев шоумена попал Первый канал, который выпустил на сцену профнепригодных людей. У себя на странице в Инстаграм Садальский призвал убрать директора вещания Юрия Аксюту с Первого канала из-за его работы в День защитника Отечества. Показали позорные концерты, а в зале сидели офицеры и герои. Именно для них было настоящее торжество, которое омрачилось постановкой, пишет Садальский. Раскритиковал Садальский и ведущих концерта Борисова и Чурикову. Он же перечислил тех, кто мог заменить знаменитостей: Ольга Богданова, Олег Марусев, актеры академических театров. В итоге у передач оказался низкий рейтинг, а рекорды бьет «Джентльмены удачи». Вот такие ведущие. И в конце стыдно, товарищи. Молодец, Садальский. Он все открыто говорит.